Наша любимая босиком по небесам! Вот сбылось. Я, помните, осенью мечтал об этом, что я когда-нибудь полетаю на этом планере с электрической лебедки. Обещал, что мы сделаем. И мы сделали. Мы слов на ветер не кидаем. Игорь, и курто побегай, это славно. Я камеру я взял. Поимку спарногало. Ага. Друзья, как можно планер один переносить я через другой. Арную как трейд. Палау. Палау. Хочу спать. Не хочу работать. Игорь, жек преки носит. Носит. Трупати отгал. Там еще кто у вас? Ага, герей добар. Viskas gerai. Gerai. O ką toliau? Toliau stop. Друзья, чтобы полетать на Жогасе, снять вам контент огонь, как электрическая лебедка тянет Жогас. То есть не вот эта лебедка обычная, привычная, а электрическая. Мы тут, можно сказать, все в этом ангаре попередвигали. Это ужас какой-то. Если бы не было необходимости полетать не Жогасе, мы бы не совершили этот подвиг титанический по Тетрису в ангаре. С другой стороны, лучше, когда в ангаре много техники, это лебедка, чем когда ее нет. Прейна. Герей. Ты жюрек, реки там склонитувый старта. Шнюра там су ега, то делка треки покрауты батарея. Батарея туща. Ну, не туща, бет маже энергиос. Нера, аж помиршау покровима. Система. Римтай? Тип. Ты кайп тямси покраус? Герей, аж юмс породисю кайп тямти, а паскуй юс маня потямтис. Герей? Герей. Все. Аж помокинсю операторюс. И паскуй еди. Уштякс. Ты уштякс. Друзья, как это выглядит? Посмотрите, сейчас 900 ватт вкачивается в батарейку, потому что батарейка у нас пустая. Ну, не пустая, в ней не очень много энергии. 39% всего лишь. Вот разматывается трос. Я поставил усилие на тросе 69 килограммов. И вот выматывается. Машина сейчас разматывает и заряжает, чтобы мы сделать могли полетик. Вот такая хитрая штука. Я, о, зажужжал вентилятор, потому что контроллер вкачивает все в батарейку, соответственно, из-за этого греется. То сейчас вот это вот большой генератор энергии. Круто. А тем временем планер куда-то едет. Далеко-далеко, на горизонт. У нас сегодня знаменательное событие. Мы попробуем эту лебедку использовать как планерную. Я отправляю оператора на старт, чтобы поснимать старт Жогаса. Лебедка продолжает мужественно выматывать трос. Идет 1 киловатт в батарейку, но скорость, видите, низкая, то есть медленно едем, поэтому ну, можно сейчас немножечко увеличить усилия. Заодно проверим, как не отвалится лебедка. 81 килограмм сейчас на тросе при вымотке, пассивный режим. Вот она наша цель. Машем руками. Вау! Заряжательная ты моя красота! 966 метров вымотано, 43% батарейки. Когда километр троса кончится, пойдет красный трос. Здесь еще маркировка такая сделана по цвету. Жужжат вентиляторы. Здесь очень интересное решение на таких тепловых трубках. Такие пластинки, которые с одной стороны прижимаются к контроллеру, который вот... И вот этот контроллер сейчас греется. Мы можем даже посмотреть, какая температура у контроллера. У мотора 41 градус, у контроллера 56 градусов. Волнуюсь я. Первый раз в жизни буду тянуть на этой штуке, и сразу планер. Ох. Пяу-пяу. Натянутая струна, 80 килограмм на тросике. По нему можно ходить, в принципе, при желании. Ну, такая нагрузочка-то ощутимая. Знаете, как мы весь автобус изгибается. Оп. Старт, прием. Вымотано 1300 метров троса. Батарейка 41%. Ну вот, Бенос застегивается, подготавливается. Билетик есть у него, значит, все в порядке.
душ, и я все, готов тогда через одну минуту. Волнуюсь я, первый раз в жизни я вот это вот управляю вот это, с этой балалайкой Беносом, который полетит на планере. Что могу сказать, что мне очень страшно. Второе, что я справлюсь. Третье, что у Беноса есть замок отцепки, он не дурак, отцепится когда-нибудь, если поймешь, что что-то пошло не так. Ну, поехало. Все, отлично. Где-то должен появиться он там. О, все-таки она пошла! Давай, дорогая, давай! Летит она! Ах, красота! Красота небесная! Вот она летит такая, без Беноса, босиком. Бенос по небесам полетел. Ну, тяга максимальная, 90 даю. О, появился, летит! Ура! Первый раз в жизни летит планер на электрической лебедке. 90 килограмм тяги, 12 киловатт мощность подается. Кирилл, посмотри на это, она тянет 12 киловатт. Я не знаю, если что-то взорвется, пес с ним, но это происходит. Бенос летит. Ага. 12 киловатт лебедка дает. Батарейка, конечно, 5%, она там просела до безобразия. Но сам факт. Бенос отцепится сам. Я всему тягу немножко сброшу. Он начинает сбрасывать, чтобы ему было легче отцепиться и нам было не так страшно. Оп. Ну, отцепляйся, Бенос, давай. Все, Бенос отцепился. Лебедка мотает парашютик. Ю-ху! Эй-гей-гей-гей-гей! Это свершилось из первого раза. Вот только теперь остановится ли он? Ой, мне всегда очень страшно. Вот она начала потихонечку парашютик подматывать. Вообще! Вот это да! После первого подъема Бенос к нам подлетает. Собаки лают на Беноса. Так что он целится прямо в нас. Прямиком. Но! Вот так он мимо нас проходит. И садится. Класс! Бенос настоящий мастер своего дела. Фу, ну шо? Ге-ге-ге-гей! Отлично! Я даже себе не верю самому. О, она сработала, она затянула джогас. Как я и собирал, как и обещал, и затянула. Конечно, можно и побольше мощности потом подбавить и так далее, но 12 киловатт она выдавала. 12 киловатт, вот эта малютка. Вот так работают профессионалы. Сам сделал, сам полетал, сам не толкает. Сейчас у нас гонщик едет, поэтому минус, в общем, заряжается 3-4, почти 4 киловатта. Грузится в лебедку за счет того, что очень быстро едет машина. 90 килограмм стоит тяга, 47-48% батарейка. То есть, грубо говоря, мы батарейку сейчас заряжаем даже, то есть мы не расходуем ее. Трос разматываем под нагрузкой, из-за этого... Батарейка только больше и больше. Вечный двигатель практически. Но сейчас попробую я слетать. Посмотрим, как это получится. Еду на старт. Тяжело, когда никто еще не умеет на лебедке работать. Сейчас за одну затяжку я подготовил оператора этой лебедки. Вот, вполне надеюсь, что справятся все. Я поясню проблему. Эта лебедка работает исключительно на телефоне. Причем, так как Кирилл проектировал на старом телефоне, то она работает исключительно только на старом телефоне. Ну, сейчас эту программу поменяют, но пока мы 3 дня назад летали на парапланах, и на поле приходит девушка, и мы первым делом спрашиваем ее, а телефончик не дадите? Так вот, отжали телефончик. Ну, скажи это еще раз. Заработала! Заработала! Спасительница. Серега, теперь ты не отпускай ни девушку, ни телефон. Так, ну да. Кирилл! Офигеть, мы сейчас все-таки полетаем, есть шанс. Управление тут.
женских руках. Первый раз. Боимся тоже. Ну, пермакарты Григорь, я вот так отсоком еда. Да. Ну, жюрим, user-friendly. Сам же я еду на старт. И как я еду, видите, тросик лежит на земле. Я по этому тросику мчусь. На моноколесе он взлетит, а может и босиком, без моноколеса. Кто его знает? Игорь, а? Давай планер. Щука, мой любимый. Ой, лапочка моя хорошая. Так, замочек. С шортами помещается, Игорь. Выдохни, выдохни. Худеть надо. Так, хорошо. Да. Да я все помню, да. А цепка сроки. Где? Вот. Да, скорость блокировки. 80. 70-80. Максимальная. Все хорошо. Да, сейчас я этому... Цепляй мне замок. Я, конечно, себя еще никогда по телефону не запускал. Первый раз такая херня. Сажусь туда, да, уже? Что? Адвиндинг, и потом появится припул. Так. Ну, а сколько килограмм стоит? 90. 90. Ну, давай тогда фигачи пул. Ну, нажимай хорошо. На попробуем. Я готов. Прямо сейчас я в прямом эфире взлетаем. Давайте. Ага. Так. О, поехала. По потихонечку, да. Едет. Сейчас начнет разгоняться. Так. Вот, ой. Пошло. Пошло. Поперла. Ох ты ж ее. Мама ты дорога. Ой. Я лечу. Друзья, это есть 80 километров в час дает. Охренеть! Больше скороподъемность на пределе. Держу 70-80. Высота растет со страшной силой. Угол вы можете оценить, посмотрите. Какой угол тангажа. 250 метров. Скорость начинает расти, увеличиваю тангаж. Скорость начинает падать, уменьшаю тангаж. Это же лебедка. Электрически она тягу точно-точно держит. Вот это высота, 300 метров. Хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Это кабино, да? Скорость нарастает, тангаж держу. Видите, сейчас не могу, тянет нос вниз, буду отцепляться уже. Сейчас должны, по идее, тягу сбросить мне. Дергаю, оп, есть отцепка. Ну и смотрим, как там внизу парашютик полетел. Друзья, первая в мире затяжка с электролебедки. На планере деревянном, на парапланерной электролебедке затянули планер. Вот вы это наблюдаете, высота у меня сейчас, она поменьше стала. Вот, 350, но было 400. Эй-дей-дей-дей-дей! Просто какой-то праздник, друзья. Наша любимая босиком по небесам! Вот, сбылось. Я, помните, осенью мечтал об этом, что я когда-нибудь полетаю на этом планере с электрической лебедки. Обещал, что мы сделаем. И мы сделали. Мы слов на ветер не кидаем. Потрясающе. Сейчас попробую себя на фоне заката снять. Ощущения от планера, конечно, кайфовые. Аэродромчик наш. Давайте так поснимаем, что ли. Панель приборов. Закат на горизонте. Мучится машина Беноса. Так, смотрим, как Игорь летает. А мы за ним. Все помощники его. А вот лебедка, которая нас затягивала. Эй-эй-эй!
видом на закат. Мне надо еще развернуться успеть. И вы помните, да, друзья, что планер этот летает, скольжение и так далее, он может сбрасывать высоту, поэтому важен точный расчет на посадку. Пытаюсь сделать точный расчет, я очень волнуюсь, не хочу с перелетом. Так, сделаю по... Лучше мы планер потолкаем, чем еще что-то, да? Буду по парапланерному заходить. Оп. Ну, вроде как попадаю как раз к ангару. Если что, ангаром плечу сбоку. Спускается Игорь. Вот так работают профессионалы. Класс. Так, друзья, это все свершилось. И самое главное, что сказать всем спасибо. Вот вся команда участвовала и снимали, и таскали, и затягивали. Ну, наверное, самое главное, это узнать, каково быть оператором после одной затяжки. Как вообще? Страшно. А? Страшно. Страшно, да? Мы с парнями затягивали, а тут... Сразу. Нажимать на кнопки страшно? Легко. Страшно было, потому что первый раз Женя не допускал вытягивать, а тут на парапланы, а тут допустили. Но user-friendly. User-friendly. Отлично. Да, я очень рад, что получилось, потому что друзья, я очень хотел слетать, но Бенас хотел слетать еще больше. И теперь Бенас первый в Литве летатель на электролебедке вот такого поколения почти, нового. Почти робокоп. Робокоп, чемпион. И он набрал 300 метров, а я набрал 350, а я набрал 400. Ну, потому что я знаю, как на ней летать. То есть, и мы постарались. Да, ну и вы так дали так. Не, ну мы же тебя еще смотали кусок. Это был саботаж. Саботаж, конечно. Мы смотали кусок все троса. Куплено. И... Фу, да. Повелый. Сейчас мы все знаем, как попасть в небеса. Так что приходите в клуб, летайте, и мы вас там... Затянем. Затянем в рай. Да. Все, Диана, Ардас, спасибо большое. Вы спасибо сегодня вам. Выручатели сегодняшнего дня, по сути. Я, вот, вот. Просто вот спасли все сегодняшнее мероприятие. Да, так, как хорошо иметь старый телефон. Е-е-е! До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Мы пошли отмечать столь грандиозное событие. Я считаю, что совершенно... А кто хочет кальвадосу? Все? Все. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Е-гей! Thank you.